Работы идут полным ходом, как внутри здания, так и на территории. Предстоящая сдача школы в микрорайоне Солнечный – событие долгожданное и для Щелково, и для всей Московской области. Рабочее совещание на объекте провел глава городского округа Андрей Булгаков. В нем приняли участие руководитель службы заказчика областного Минстроя Виталий Петрунин, а также представители строительного блока администрации, подрядчика компании Су-22, надзорных органов. Глава с коллегами осмотрели кабинеты, пищеблок, актовые и спортивные залы, технические помещения, отдельно расположенное спортивное ядро. Параллельно с завершением строительно-монтажных работ в школе активно идет оснащение учебных классов. Часть помещений уже укомплектована школьной мебелью, остальное оборудование тоже завезено в полном объеме и пока сложено в спортзале. Установлены конкретные сроки завершения фасадных работ, благоустройства, внутренней отделки. Согласованы все вопросы с поставщиками ресурсов. Школа подключена к системе «Безопасный регион». Андрей Булгаков потребовал от подрядчика обратить особое внимание на наладку инженерных сетей, перекладку участка теплотрассы на территории школы. В ближайшее время в здание по постоянной схеме подадут электричество. На следующей неделе начнется итоговая проверка главгосстройнадзора. Инженерные системы и системы пожарной безопасности – это основная система, которая требует особого внимания и также для безопасности потом последующей эксплуатации. Поэтому плановая, значит, дата у нас – это конец следующей недели подачи постоянного напряжения, к чему дальше объект перейдет к комплексной пусконаладке. На совещании напомнили, что называться учреждение будет «Корпус Солнечной школы номер 2». Школа в Солнечном и школа на улице Комсомольской объединятся в единое юридическое лицо под руководством директора Маргариты Силантьевой. Оба корпуса откроют двери для ребят 1 сентября. Высокая строительная готовность, находимся в завершающей стадии. Можно с уверенностью сказать, что мы данный объект откроем к 1 сентября, как это было запланировано. Получится весьма достойная школа. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.